Друзья, перед началом просмотра видео, я попрошу вас подписаться на наш новый канал. Там тоже каждый день выходят свежие новости. Ссылка на канал будет в описании под этим видео. Сегодня к нам из мира шоу-бизнеса пришла такая печальная новость, с которой мы спешим поделиться с вами. В мире шоу-бизнеса сегодня появился такой слух, что известная российская телеведущая и актриса Лариса Гузеева уходит из шоу-бизнеса. И теперь нашу любимую передачу «Давай поженимся» будет вести другая, пока неизвестная ведущая. Мы пытались узнать, что же случилось с нашей любимой телеведущей. Мы связались с Ларисой Гузеевой, на что она опровергла то, что она уходит из шоу-бизнеса. Но наш источник все-таки утверждает, что она скоро уйдет из-за того, что недавно врачи обнаружили у нее тяжелую болезнь, которую придется лечить только за границей, так как наша медицина бессильна. Пока мы не можем утверждать, правда это или нет, но факт остается фактом. Давайте, друзья, в любом случае пожелаем Ларисе Гузеевой здоровья и всего наилучшего. Давайте будем надеяться, что она не уйдет, и мы все-таки будем радоваться ею на наших телеэкранах телевизоров. А вы поддержите нас, пожалуйста, подпишитесь на наш канал, нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить свежие выпуски, которые выходят каждый день на нашем канале. Мы вас ждем в наших новых выпусках. Следите за нами.